О том, что в Иркутской области черспорт лишь зарождается, сказать сложно. Соревнования в Ангарске проходят второй раз, но уже объединили порядка 140 спортсменов. В город нефтехимиков съехались команды из Слюдянки, Иркутска, Усолье-Сибирского и Братска. В прошлом году мы приезжали с номером хип-хоп с девочкой, а в этом году мы приехали с командой, где покажем станты и акробатические элементы. Волнуются не только спортсмены, на них огромная ответственность за себя и за всю команду. Еще большее волнение на трибунах. Вообще гордость, еще здорово. Спасибо большое тренерам. Честь Ангарска защищает команда «Молния». Спортсменки представлены сразу в нескольких возрастных категориях и везде первые места. По сравнению с прошлым годом, уровень сложности соревнований значительно отличается. Но ангарчанки, можно сказать, родоначальники этого вида спорта в области, поэтому и выступления более четкие и яркие. Активно этот вид спорта уже развивается на территории России. Просто мы, как Иркутская область, мы только вот начали последние 3 года развивать внутри нашего региона. Активно он развивается, будущее есть, команда с каждым годом прирастает. В прошлом году мы ездили даже на первенство России. То есть у нас перспективы очень хорошие. Это показатель даже тот, что мы увеличили количество участников за год в 2 раза. По итогам турнира детям присвоят разряды. Это билет в сборную Иркутской области и возможность выступать на всероссийских соревнованиях. Пока уровень спортсменок при Ангаре не очень выгодно отличается от уровня соперниц из других регионов России, но при планомерном развитии этого вида спорта уже через пару лет показатели будут значительно выше. А это значит, и спортсменки станут конкурентоспособными. Ирина Шавлюк, Антон Бархатов. Местное время.